это новый влог. Даже неприятного аппетит. Вид покажу. А что, яйцо косатри движется или мне кажется? Оно шатается, движется. Жесть! Да, покажи веганский кекс. Чик. Оп, я попробую. Дегустация веганского кекса. Как тебя зовут, Коля? Чувак из Жолдина написал. Я уже в Одессе, 2 часа ночи. Я уже в Одессе и прошу папа перед мной. Андрей, у тебя есть немного лаваша для нового дружбана нашего? Бро, иди посмотри, там тебе еду дают. Вон, видишь, еда. Вон, смотри. О, еда прилетела. А ну, будешь кушать? Ну, кушай, отлично. Так он на халяву зато пройдет на маяк. Готик колени хрустят. У меня тоже. А ну. У тебя еще хуже, чем самый молодой, а колени хрустят хуже. Бля, они мне и в 5 лет. Ага, конечно, в 5 лет, 2 года. Я ушел с 9 класса, у меня не было. Нет, так это в 9 классе было. На физре просто бросали, это не снимать. Не, он нас чувак так бросал. Он всегда бросает и вот туда летит. Все, тупо всегда. Оп, блин, как ты так вот делаешь? А ну, батя. Я не могу понять, за счет чего он прыгает. За счет того, что так ложится на воду идеально. Я типа классно бросаю, но у меня рука болит или что-то такое. Тебе сейчас не бывает. Ну показывай, как ты далеко. Что это такое? Что это такое?
Сегодня второй день маяка. Ну, собственно, как. Я вчера не снимал The Flex. Исаак долго не снимал, потому что там очень классно было, и я решил потанцевать. Мы сейчас идем за фалафелем. Где мы будем фалафель покупать? Вот здесь там. Не, что это за... Там мама сколько? О, ложки. И котлеты для Димы. Вот еще есть биологические товары. А, экологические. Биологические. Биологические товары. Я, кстати, вчера снимал Диму, как он может. Вот так вот сверху. Сверху типа снимал какой-то. Куда он перемещается? Туториал поможешь от Димы. Капец, смотри, баба неудобно сидит. Жесть. Снимаю бабу, которая неудобно сидит. Прикинь, так дружбана своего носить, чтобы он вот так вот сидел. Вон там на мотике. Мы почти пришли уже? Да. О, классная машина Mazda. Хоть и побитая. А, это Toyota. Ну ладно, я очень большой знаток автопрома японского. Короче, это... Фалафеля нет. Фалафель закрытый. Пойдем погуляем и купим лимонад. Куда мы идем, Женя? А, на дерево. Фоткаться на стуле идем, точно. Ой, посмотрим на спот, правда, вряд ли там кто-то катается. Так давайте, я зал. Я помню, там такая очередь вина была. Ну, помнишь, там монетки. Я жил бы в Одессе, я бы катался на скейте, наверное, с 5 утра и ночью потом. Потому что это жесть. С 5 утра ты сдох. Чего? Потому что типа сильно жарко. 5 утра жарко? Если с 5 утра кататься. Не, потом... с 5 утра, типа вот до 8 утра, например. Да, до 7. Это же есть, нормально. Типа, чувак, ты потом ночью. Который так и выходит тогда. Мы еще его снимали в прошлом году. Он чисто сказал, я буду кататься до 8 или до 9, чтобы не пожарело типа. О, смотри, вражеский этот магазин. Мясоед. Покупаешь? Блин, на красный свет идем, нарушаем. А где это мы есть, пацаны? О, дай гляну, как ты фоткаешь. А где это мы есть? Прикольно, ты говоришь. Международный фестиваль татуировки. Чик, в июле. А, да, это тату-студия. Давайте обычно. Сейчас. Чу, вот эта статуя типа классная. На, пошли на фоне тогда фоткаться. Блин, прикольно. Центральная компьютерная, центральная касса. Детали. Блин, прикольно. Все, мы сняли. Привет. Подожди, не гладь, я хочу на пленку сфоткать. Все. Может, тоже упадем на этой штуке? Одесского фалафеля. Он такой, покажи внутренность фалафеля. Опа. А сколько ты баллов оценишь, Женя, его? 10. Из скольки? Из 20? Из сотни? Из сотни 100. Это классная Toyota Corolla. Блин, тут столько классных машин японских. Андрей, насколько ты оценишь фалафель? 10 из 10. Ладно, я сейчас попробую скажу. Если учитывать его цену, то я поставлю ему 9 из 10. Ну, просто. А что 10 из 10? Все идеально.
Как ваши ощущения от Одессы? От вообще от пляжа? Сильно жарко. Горячий песок. Но Клирсайд заебись. Блин, если бы, не знаю, если бы не маяк, я бы сюда никогда никто не затянул. Никакими предлогами. Ван Лав. Ты же не сильно любишь. Ой, это у нас так... Что мы сейчас делаем, пацаны? На море сидим. Мы делаем водку сейчас. Это факи ты, Каджи. Ты я не знаю. Факи китал. Раз, два, три. Фоткаю. Чик-чик. Ого. Ого. Босиком домой с маяка. Вавло, чтобы больше просмотров было. Поставлю на thumbnail и больше людей посмотрим. А ну знаете, да. Ты просто... А ну давай. Я так надо что-то держать надо будет. Трошки туда. Сюда, давай. Что, будешь фоткать? Все на месте. Все на месте. Что, смотрела? Все сидят? Да! Ура! Давай,